Ход масштабной замены коммунальной инфраструктуры в Первомайском районе проинспектировал заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий. Техника и люди трудятся на улицах третьей строительной связи 40 лет в ЛКСМ. Степень готовности объектов разная, однако замена теплотрасс должна завершиться до начала отопительного сезона. По программе Фонда национального благосостояния были выделены большие деньги, более 1,5 миллиарда рублей. Сегодня провели осмотр. Посмотрели те критические точки, которые подрядчик не сможет выполнить. Сейчас определяемся по дополнительным бригадам. Приезжают люди из других регионов. Порядка 20 сварщиков дополняем. Дополняем бригады, дополняем механизаторов. Подрядчиками куплена своя техника рабочая, чтобы не зависеть от субподрядных организаций. Сроки поставлены сжаты. Я надеюсь, что к 10 октября мы все закончим. Говоря в целом о подготовке Приморья к зиме, Владимир Малюшицкий отметил, что ремонтная кампания завершается и особых рисков нет. У нас хорошо готовится и Примтеплоэнерго, и ФПС готовится с учетом выделенных денежных средств. Очень большие денежные средства были вложены в находку, порядка 500 миллионов, 300 миллионов в сети, 200 миллионов в котельное оборудование. Тех проблем, которые были в прошлом году, конечно, не будет. Мы сейчас пересматриваем риск-ориентированный подход. Там, где у нас большая аварийность, там мы будем перекладывать. Отметим, в Первомайском районе города проложено почти 7 километров новых труб. Остается заменить еще 4 километра. Но самые сложные участки пройдены. Остается заменить теплотрассы небольшого диаметра. Эти работы пройдут значительно быстрее. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.